Ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанных с курением. Как оказалось, многие жители Краматорска уже отказались от этой пагубной привычки, предпочитая здоровый образ жизни. Но есть и те, кто бросать курить пока не собирается. Вы курите? Ну. Давно? Лет 70. Когда-нибудь пытались бросить? Ну, разов 10, не меньше. Для меня курение является как табу. Ну, зачем портить свое здоровье? Да, сейчас. Курить не брошу, пить не перестану. Ну, привычка. Так плохая привычка? Плохая. Я избавляюсь от нее. А знаете, как занимаюсь спортом, тогда мне не хочется курить. Нет, нигде мы не курим. Здоровье мы бережем. Пробовали, да, и деньги. Негативно. Почему? Неприятный запах. А еще? Но это вредит здоровью окружающих и самим курильщикам. 25 лет курила. Сколько уже не курите? 2 года. Как вы бросили? Я долго готовилась. Очень долго готовилась. 5 лет. Сначала видела ларек с сигаретами, бежала к нему. Теперь даже не знаю, где они продаются. А как бросили? С помощью Иисуса Христа. А бросили на какой-то праздник или просто вот так раз? Нет, просто взял и бросил. Я думаю, что тут ничего тяжелого нет, либо было бы желание захотеть. И осознать, да, что это вредно для здоровья.